Январь в Национальной хоккейной лиге подошел к концу. Плей-офф все ближе, турнирные расклады усложняются, а матчи становятся более интересными. Остается неизменным лишь одно – в них не перестают забиваться красивейшие шайбы. Это «Спортток», и сегодня мы уже традиционно представляем вам нашу подборку лучших голов января в НХЛ. Погнали! Открывает топ шайба Матса Цуккарелло, но попала она сюда, разумеется, из-за удивительной передачи Алекса Стеллока. Посмотрите, как вратарь Миннесоты точно вложил шайбу в крюк своему нападающему под чужую синюю линию. Еще не каждый защитник сможет такое исполнить. Цуккарелло не подвел своего голкипера и момент реализовал идеально. Следом Доминик Симон, которому тоже оставалось лишь не испортить усилия партнера, которым оказался игравший первый матч после возвращения Сидни Кросби. На то, как Кросби обыграл Райана Доната за воротами, можно смотреть бесконечно. Защитника дикарей повозили, как ребенка. И, конечно же, сама передача на дальнюю штангу. Все сделано восхитительно. Следом похожая история, но еще более издевательский обыгрыш. Джонатан Юбердо своим финтом буквально уложил на лед Криса Танева и выложил идеальную передачу в круг вбрасывания. Майк Хоффман был безукоризненно точен. Крутая шайба. А на седьмом месте индивидуальное мастерство швейцарца Нико Хишера. Нико, казалось бы, уже потерял шайбу, но все же вернул ее обратно на крюк и крутым броском с лопаты попал под перекладину. Да, проход получился не без шероховатостей, но гол все равно вышел на загляденье. Шестой в январе нападающий Анахайма Адам Хенрик и его гол после чумовой передачи он же Каше. Незрячая спинорама и точно в крюк. Как вам? Хенрику оставалось лишь грамотно подставить клюшку. Пятерку открывает Джейми Бен и его победный гол в овертайме матча с Тампой. Капитан звезд все сделал сам. Перехватил, отборолся и реализовал момент, даже несмотря на свободного праворукого партнера. Победители не судят, этот момент принес Далласу дополнительное очко в копилку. На четвертой строчке новичок Чикаго Доминик Кубалик, который в январе был неимоверно хорош. Чего стоит только этот гол в ворота Торонто. Уму не поддается, как чех умудрился попасть по этой шайбе. Причем не просто попасть, а настолько удачно бросить. Talk about having some confidence. And Jim, he was fading away to his left too. That's a hard one to get enough on it, but he got it perfectly. Тройку открывает Джек Айкл и его невероятный гол в ворота Тампы. Даже главный технарь современного хоккея Павел Барбер назвал это идеальным исполнением финта. Айкл одним движением обыграл не только Шаттенкирка, но и оставил неудел Василевского. Оставалось только попасть в пустую раму. What a move this is.
He is so smooth, so slick. He is so rangy. He's able to fake like he's going to shoot, and you can't make that move any better. Второе в январе Конор МакДэвид и его хитрость в игре с Торонто. Просто посмотрите на голову канадца, он вообще не смотрит в сторону защитника, как бы выискивая передачу, а потом резко меняет направление своего движения. Морган Райли купился, а уже через 2 секунды шайба была в воротах его команды. Одно слово – МакДэвид. Just nobody with him. You know what? I'll do this myself. Thanks a lot. Puts it into high gear. And under that much speed, in tight, elevates it over top of Hutchinson. What a goal by Connor McDavid. И первый в прошедшем месяце Филипп Форсберг. Швед уже пытался исполнить лакросс-гол пару лет назад, но тогда не вышло. И вот в январе Форсберг все же получил свою порцию славы. Пострадал Эдмонтон, а по технике этот гол немного отличается от шайб Андрея Свечникова. Но все равно наблюдать за таким одно удовольствие. Нет-нет, про этот гол мы не забыли, просто сделаем его офф-топом. Конечно же, речь о шайбе вратаря Нэшвилла Пекки Рине. Кстати, Финн стал лишь 7-м вратарем в истории НХЛ, кому удалось забить гол. Игрокам Чикаго оставалось лишь наблюдать за полетом шайбы. Браво, Пекка! Up and over, just launches that thing. Their defenders at the far blue line gets it over. In the back of the net over Kirby Doc. Look at this. This is just a thing of beauty. Друзья, вот такой топ у нас получился. Пишите в комментариях, если мы кого-то забыли, ставьте лайки, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить лучшие сейвы января. Они появятся уже совсем скоро. Ваша поддержка очень помогает нашему развитию, а стараемся мы в первую очередь для вас. С вами был Спорт Ток, услышимся!